«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Мы продолжаем вас знакомить с долгожителями округа. На днях свой 90-летний юбилей отметила коренная клинчанка, ветеран войны и труда Зинаида Нефедовна Смирнова. Смотрим. Дорогая Зинаида Нефедовна, поздравляем еще много-много раз. Скромное застолье – лишь начало праздника. 90-летний юбилей Зинаида Нефедовна вместе с семьей будет отмечать в ресторане. Несмотря на возраст, она не засиживается дома. Родные про нее говорят – наша бабушка, первая помощница и труженица. Правнуков привозят иногда, иногда сама туда хожу, к внучке. И внука почти что растили, вот этот правнука. Мороз 30 градусов, а я иду. Школу провожаю. Но куда деваться? Характер закалялся с детства. Шла Великая Отечественная. В 14 лет Зинаида Смирнова пошла работать на Давыдковскую почту. Зима -35, вспоминает ветеран. А они девчонками расчищали улицы от сугробов, сбивали сосульки с телеграфных проводов. Это же вообще приедем. У нас и ротик-то не раскрывался, и руки все вообще. А обувать валенок не было. В то время тоже валенки было. Что-то достать. Так что доставалось. Нами не чванились. Никто не будет там рассусоливаться, чтобы маленькие там. Выживать помогал оптимизм, считает именинница. Один из самых счастливых дней Зинаиды Нефедовны, когда узнала об отдельной 10-метровой комнате в коммуналке. Вот когда мы получили комнату, у меня муж идет, песню поет. Потом пришел, на меня схватил с ребенком. Такой радостный. Поедем, завтра уезжаем на свою жилплощадь. И вот мы, значит, получили 10 метров. Мы такие были радостные. Ой. Всю жизнь Зинаида Смирнова жила и работала в Клину. Сначала на почте, после на химлабор-приборе. А уйдя на пенсию, занялась огородом. В свободное отдел время смотрит добрые советские фильмы. Утверждает, что с актером Леоновым знакома лично. Считай, за одной партой сидели. Он всегда комедианничал. Очень комедия. Он всегда, у него была мордочку там что-нибудь созерновать. Вот учительница у нас Зоя Александровна была очень молоденькая такая. И он напишет ей: «Я, Зоя Александровна, я вас люблю, на вас женюсь». Она придет и вся в краснеет и все. И вот у него такие вот хулиганские выходки у него все время были. Уже давно нет ее одноклассников, зато есть друзья и близкие. В свои 90 Зинаида Нефедовна получила поздравление от главы округа. Труженику тылу, ветерану войны и труда Алена Сокольская передала поздравление от президента и подарок. Татьяна Барулина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.